Долг платежом красен. Власти Польши, похоже, в ближайшее время могут потребовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный нацистами во время Второй мировой войны. О какой сумме может идти речь и что по этому поводу говорят в Берлине, разбиралась Татьяна Лагунова. Точную сумму возможных репараций в Варшаве пока не подсчитали, поэтому журналисты, эксперты и политики спекулируют и называют совершенно разные суммы. Но в любом случае цифры баснословные, речь идет о миллиардах евро, от 48 до 800. О невыплаченных Германии репарациях поляки заговорили еще в начале августа. Сразу несколько депутатов и министров заявили, вопрос контрибуции между Польшей и Германией до сих пор открыт. И попросили специальную комиссию Сейма изучить этот вопрос детальнее. И вот выводы экспертов готовы. 40 страниц текста и заключения. Польша имеет все основания требовать от Германии выплат. Официальный Берлин не согласен. Как мы уже не раз говорили, Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и будет делать это и в будущем. Германия уже выплатила значительные репарации за нанесенный ущерб, в том числе и Польше. Мы все помним, что в 1953 году Польша отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и повторила этот отказ в 1970 и 2004 годах. Поэтому мы не видим оснований сомневаться в юридической силе этого отказа. А вот Варшава видит, там объясняют, от дальнейших репараций со стороны ГДР в свое время отказалась Польская Народная Республика. Решение было принято под давлением Советского Союза. Да и таких стран, как ПНР и ГДР, на карте Европы больше нет. А значит, и отказ недействителен. Официальных претензий Германии власти Польши пока не предъявляли. Планируют провести еще несколько юридических экспертиз и обсудить этот вопрос в парламенте. Но уже понятно, что тема репараций никак не улучшит и так прохладные отношения между двумя странами. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».